Давненько я своих куколок не купала. Кого я сегодня покупаю? Тебя, Сонечка. Иди ко мне, ты мой чуваненький. Это наши работы, но грязные. Иди по монетке, мой зёртик. Тата, вынести вы не вырежете. Что выросла? Не влазишь в ванную. О, есть идея. Там, хорошо. Вот и вы все врезете. Я их буду купать. Что-то мало водички. Пойду еще принесу. Лиза, что ты наделала? Ее не можно мочить. А как же ее мыть? Не знаю, но мочить ее нельзя. Так, его надо срочно вытирать. Лиза, принеси полотенце. Прибор еще мокрый. О, на батарею его положу. Эх, так он тоже не высохнет. Что же делать, что же делать? Фен! Ничего не помогает, он все равно мокрый. Лиза, ты испортила мне реборно! И почему она плачет? Реборно — это тряпка. А для рисушки тряпок у нас есть сушилка. Thank you.
Вот это да, тата, это чистая. Лизочка, что ты там сказала? Какая же ты красивая! Спасибо, Лиза! Пожалуйста! Вы, ребята, никогда не паникуйте. Помните, что из любой ситуации есть выход. Нужно просто хорошо подумать. Пока!